Онур Тунай Севда Эргинджи, снимающийся в сериале «Запретный плод» в ролях Алихана и Зинеп, покидают проект. Данное решение принято в связи с тем, что завершилась история Алихана и Зинеп. Они уйдут из сериала на 46-й серии. А 27 мая на 47-й серии сериал уходит на летний перерыв. Осенью продолжится при участии новых героев и актеров. Но интриги между Эндер Гилды с Ихалитом никуда не денутся. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех.